Привет, дружочки-пирожочки. Ну что ж, продолжается моя коллекция супер-трансформеров. Я уже показывал вам дешманские, никому не нужные трансформеры, которые я собираю, а именно таких я пока и могу собирать. Через какое-то время, может быть, собирать буду и больших, посмотрим. Но пока вот эти вот трансформеры, я их распаковывал и показывал все. И вы думаете, это на этом я остановился? И на каждый обзор будет на отдельного трансформера. Я поехал по всем разным детским мирам, которые у меня были рядом с домом, и скупил оставшихся по 200 рублей трансформеров. Друзья мои, это официально... Давайте сегодня какой сегодня будет трансформер. Пусть будет трансформер Змеюка. Трансформер Змеюка сегодня у меня будет. Вот такой. Это, опять, Generations от Hasbro. Официальные трансформеры. И у них изначальная цена что-то там 500-600 рублей. Это трэш. Это очень много. Очень дорогие игрушки, как и все трансформеры. Но на них была скидка. Собственно, и на обычные, и на большие тоже. Я бы мог купить одного большого, но тогда у меня... Так-то у меня, я могу честно говорить, что у меня куча трансформеров, и у меня очень много трансформеров, очень много. Ну, не умалчивать, что они по 200 рублей, согласитесь, это, хитрюлечка, заманулечка, короче, вот. И в этот раз у меня вот такой трансформер из, как вы видите, Earthrise War for Cybertron. Battlemaster. Battlemaster — это как бы трансформеры дополнения, так сказать. Они такие бонусы трансформеров. В основном, я как понял по форумам, это для вот этих вот эффектов их продают, а они уже сами... Чуть ли не бонусом, ну просто они к чему-то прицепляются, дополняются. Но в целом это хазбровские трансформеры, маленькие, прикольненькие, забавные. Ну чего это, милота, крепота иногда, ну вот так. В данном случае это Слизеринг какой-то у нас трансформер. И он опять пандус у нас с пуньком. Это опять пандус с пуньком, но в этот раз это пандус, который змеей подколодный, а именно под пандусовый превращается вот в нее. Вот, за 5 движений. И у него вот такой эффект. Давайте откроем и посмотрим на него. Так, распаковка. Два паковка. Будет песенка. Будет просто песня. Я объяснял в предыдущих роликах, если не смотрели, зачем я их собираю и почему показываю, потому что я коплю пока с каждого выхода, выпуска понемножку, вы ставите лайки, какие-то просмотры идут, и, ну, не за лайки, а за просмотры, хотя лайки просто поднимают мне настроение, и, в общем, я также потом почитаю. Вы думаете, вы написали много информации полезной? Нет, немного, вот здесь можете писать. Потом почитаю всю информацию, которую вы написали по трансформерам, и, соответственно, под этими комментариями, и буду разбираться, и стану умный трансформера вет. Вот такой вот буду весь из себя трансформера Знайка. Значит, вот эти трансформеры, ну, по 200 рублей, я считаю, что нормально. В любом случае, из фикс-прайса будут хуже. Ну, то есть, трансформеры за эти деньги. Ну, то есть, как бы, он, может быть, будет больше или что-то еще, но у него, во-первых, не будет вот такого взрыва-пуканчика такого. Взрыв-пуканчик. Взрыв-пуканчик такой, смотрите. Вот этот вот. С крепежом. Вот такой вот. Взрыв-пуканчик у нас есть, который крепится куда-нибудь. И есть вот такая змеюка, которая... Ну, слушайте, вот этот выглядит классно. Смотрите, у него как бы его торс, прям такая укороченная, маленькая. Перевешивает, вот, бам, падает, наверное. Вот, может даже вот так вот стоять этот трансформер. И давайте на него поближе. Детализация есть какая-то, какой-то покрас присутствует. Смотрите, есть какие-то штучки, да. Вот у него есть его эта голова, она даже может подниматься и опускаться. Зубки бы еще или рот как-нибудь выдвигался, было бы прикольно, но нет. Вот, есть у него типа это капюшон. Если вдруг не понимаете, это, да, змея у него. Вот капюшон змеиный, капюшон. Вот, и он, смотрите, он даже может еще и поворачиваться. Вау! То есть это прямо можно устроить какую-то диораму, ну, эту панораму. Вот, сзади вот этот капюшон, это как раз будет часть нашего... Значит, пандуса вот этого вот заезда. Она крепится к большому трансформеру, к набору. Может крепиться, а может использоваться еще. Эти штуки могут использоваться еще кое-как. Вот здесь в инструкции показано, что это может крепиться вот сюда. Ну или к чему угодно. Вот тут вот. Что это где-то? А, вот так, вот сюда. Я думаю, странная какая-то. Вот такой у нас, вы видите, штуковина. Вот это вот надо купить, да? Наверное, типа, по логике. Вот так трансформируется. И, соответственно, давайте трансформируем.
Давайте трансформируем. А, вот может крепиться. А еще может крепиться он как щит. Как щит. Так, давайте. Давайте же скорее это сделаем. А, трансформация. Без инструкции никуда. Не разберемся же. Ага. Тут еще нарисовано, что в принципе... А, да. Эффект может закрепиться на нем. Вот так. То есть прям его как будто взорвали. Кто-то там поставить трансформера с пушкой. Типа, а? А? Пушка? Взрыв пуканчика. А можно прям на пуканчик ему? Нет, можно в другие места. Сейчас в другие места ему тоже прикалываем это все. Вот у нас вот этот, значит, вот он так выглядит. Голову мы закидываем наверх. Затем мы поднимаем... Что? Поднимаем что? Все, я поплыл. Я поплыл. Где? Что? Мы подняли. Откуда? Что? Что вы от меня хотите? Что вы хотите от меня? Я не понимаю. Надо как-то достать какую-то часть. Все. Все, я как бы это... Мои полномочия на этом все. Вот, нашел, нашел часть. Она вот так спрятана. Так, я думал, все, заблудился в трех соснах. Так, поднимаем вот эту часть. Теперь выдвигаем вот эту часть. И, соответственно, вот так закрепляем. И вот так, вот если мы вот так сделаем, если мы делаем вот так... Это у нас вот будет заезд. И по этому заезду может заезжать какая-нибудь штука. Заезд может быть взорван. Как-то у него маловато. Мне кажется, у прошлого было 3, что ли. Вот, но... Короче, может быть взорван заезд вот этот вот. Вот так вот. Вот так это заезд. Вот так это заезд. Заезд это вот так. Если что, заезд это вот так. Вот так он может... И тут взрыв пуканчик. Вот, соответственно, это может быть и щит. Щитом он становится, если вы вот так вот достали. Вот это можно дать в руку трансформеру как-то, каким-то образом, да? Вот как-то так. И не очень понятно как, правда, мне кажется. Куда-то это можно прикрепить, но куда-то можно. И тогда вот так это уже щит. И вот здесь взрыв пуканчик можно сделать вот сюда. Взрыв пуканчик опять. В общем, вот такой эффект и заезд. И заезд, вот. И обратно его трансформируем в чудо. Чудо-юдо-рыба-змей. Вот сюда. Вот так. И вот так. Ну вот, я опять доволен. Я опять доволен. Маленький, симпатичненький. Ни во что не превращаюсь в трансформер. Кто-то скажет, лучше купить за 500 рублей по той же скидке. Было вот эти вот маленькие, которые в машинке всякие разные трансформеры. Да, согласен. Но они были по 500 рублей. А эти по 200. Это как бы важная информация. Различие, знаете ли, вот 500. 50 и 200, и 199, это во мне это. Так что я выбрал, пошел по пути наименьшего сопротивления и накупил кучу трансформеров по 200 рублей. Вот, а потом я, конечно, куплю этих больших, присоединю, и будет, ух, красота. Так, значит, а можно ли вот сюда? Мне вот прям, да, напрашивается, что голову хочется сюда сложить, но я ее сломаю, скорее всего. Вот, пока коллекционно я ее коллекционер, я коллекционер, понимаете ли, вот. Коллекционер, вот такой вот коллекционер, раз-раз, сюда это все накрыл, киберверс, все, Generations, сделал по красоте, вот так, все, упаковку рассмотрели, инструкцию рассмотрели, взрыв пуканчик рассмотрели, вот это все убираем, и это отправляется в мою уже коллекцию солидную настоящих трансформеров Hasbro Generations. И это уже в детском мире я купил по 200 рублей. Ну, можете прочекать, может быть, где-то еще что-то осталось. Ну, по идее, надо было смотреть вот те обзоры, я когда там рассказывал про скидки. Дальше мы будем что делать? Правильно, вот этих вот в отдельных обзорах. Почему в отдельных могу показать все сразу? Мог бы. Но тогда YouTube настолько забагован, и мой канал нигде в выдачу не попадает, кроме роликов, которые случайно вылетают. При этом, может, и на трансформеры, кстати, то есть, а может, какой-то мангас, там, 300 тысяч просмотров, или 400 тысяч какая-нибудь модель кота собрать, а может, и что-нибудь еще, а может, и трансформер, я не знаю, YouTube нужно вот так, чтобы как бы пальцем в пуканчик, вот так вот, понимаете, да, в небо, это что, привлечемся пуканчик, так оказалось. Вот, друзья мои, ждите обзоров вот на этих вот, лайк, быстрее, они, чтобы вышли, хороших вам игрушек, всяких приколюшек, пока.